Всем привет! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Дорогие зрители, нашел квартиру 4 плюс 1 в районе Обагёль. Подходит под гражданство. Также можно получить ВНЖ. Оценка этой квартиры уже сделана, экспертная. 410 тысяч долларов. Пятикомнатная, большая квартира в хорошей локации района Обагёль. Проект был сдан в 2006 году. Я начал со спальни. Здесь как бы кладовка большая. Как там показать вам? Дуплекс-квартира двухуровневая. Вот. И не маленькая. Здесь первый балкон. Сесть, выпить чай, кофе, поиграть там в шашки. Что за это? Так. Три стороны. Юг, запад, восток. Сильно, да, там осветление было за это. Так. Теперь. Квадрат-метра здесь 20 минимум. Это первая спальня. Кондиционер фирмы Самуи. Тут прихожая верхнего этажа, холл. Здесь вторая спальня. Большая. Вот. Есть бассейн на территории и ухоженная. Сад, там территория ухоженная. Второй балкон. Вот, большая, вторая спальня. Теперь здесь у нас первый санузел. Джакузи. Это все покрашено. Тут третья спальня. И еще один балкон. Вид на горы. Эта сторона запад-север. Также, кажется, крепость Алания отсюда видит. Глянь. Нет, крепость не видна. Вид на горы. Спускаюсь я вниз, стенку покрасили, бабочки. Только что узнал, что экспертиза вышла на 423 тысячи долларов у этой квартиры. Таких вариантов мало на рынке. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 376 тысяч евро. Указывается экспертная оценка, потом хозяин этой квартиры там как-то возвращает деньги. Это все обсуждается. Все должно быть переведено через банк онлайн. Банкинг. Так, со всей процедурой мы вам поможем. Четвертая спальня. Да, это четвертая спальня. Хорошая прихожая. Санузел показал за душевой кабинкой. И теперь гостиная. Большая гостиная комната. Уютная. Отдельная кухня. Арчелик, бытовая техника вся. Здесь квадратный метр как минимум 45-52 между ними. Большая.
Общая площадь минимум 150 квадрат, 180 квадратных метров, как минимум, может быть 200-210. Вся полезная площадь. Вот там у нас бассейн, фасад здания. Мебель, даже есть камин в квартире рабочий, работает все, как-то так его уже использовали. Такая вот хорошая квартира под гражданство. И еще здесь один балкон большой, все в шаговой доступности. Торговый центр Аланиум, метро магазин, сеть магазинов и тому подобное. Вот фасад здания. Все, дорогие зрители, так, цену я огласил. Айдат здесь 400 лир. Пишите, звоните по номеру +90 555 064 91 10. До моря максимум 400-420 метров. Еще раз скажу, хорошая локация. С вами был Агаси, Солнечная Алания, район Обагёль. Также у нас в телеграм-канале есть отдельный канал, подписывайтесь. Там мы делимся другими квартирами, которые я не успеваю снимать. Всем пока-пока.